Уважаемые садоводы, здравствуйте! Очень часто в последнее время мне задают вопрос относительно повреждений на ягоде земляники. Человек срывает землянику, а внутри нее вот эти мерзкие, тонкие червяки. Это личинки, многоножки. Где-то она у нас здесь спряталась. Сейчас я ее выловила. Вот она. Побежала. Это ее дети. Именно многоножка. Ее еще называют скалопендра. Но скалопендры бывают огромные. Ну вот она, видите, какая вездесущая, очень быстрая. Так, сейчас мы ее маленечко направим, чтобы она не выскакивала. Я ей придавила немножко хвостик при ловле. Но вот она любит откладывать яйца в гниющие и, конечно же, не в гниющие, такие вкусные ароматные ягоды. Ну что сказать, живет она, естественно, в почве, заносится зачастую в почву путем перемещения навоза, перегноя, особенно ее много в навозе. Она там перерабатывает, личинки ее перерабатывают гниющие всякие частички. Но очень любит это насекомое землянику. Поэтому прежде чем вносить под крупноплодную садовую землянику навоз, убедитесь в том, чтобы он не был заселен вот этими, я бы сказала, мерзопакостными насекомыми. Для природы, в общем-то, никакого вреда нет, а только польза. Эти червячки перерабатывают органику, гниющий картофель. Одним словом, там, где есть вкусненькое что-то, типа углеводов, а мы знаем, ягодка клубнички углеводистая, много сахара и много других полезных веществ. Так вот, внося перегной, убедитесь на отсутствие многоножки в этом перегное. Но здесь мы в теплице, и естественно, в теплицу мы всегда вносим перегной, и земляничку я перенесла на время осени, октябрь, сентябрь, ну, может быть, еще в ноябре мы полакомимся. Ну и обнаружила вот неприятную, срывая ягодку, обнаружила неприятного рыжего гостя. И внутри ягодки вот такие вот, не, тем более еще более неприятные черви. То есть сама по себе ягодка красивая лежала, и как только она соприкоснулась с почвой, в нее вот эта шустрая мамочка отложила яйца, и эти яйца отродились, и вот получились вот такие червячки. Они питаются сочной ягодкой, и потом из них вырастает вот такая вот многоножка, скалопендра противная. Что же делать? Как можно уберечь ягоду от вот этого насекомого? Найдите какие-нибудь гниющие овощи, а может быть даже фрукты. Банан, шкурку банана, если жалко целый банан. Разложите по грядочкам, где находится ваша клубничка. Скалопендра многоножка обязательно отложит яйца в ваши сладкие лакомства. И ваша задача только своевременно собрать кусочки банана складками яиц вот этой пренеприятной дамочки, и клубничка ваша будет свободна от этих прожорливых личинок.
Всего доброго вам, здоровья, до скорых встреч!